Всем привет, вы на канале Темные Рыцари, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Watch Dogs Legion. Мне почти 18-я часть игры под названием «В утробе зверя». Я желаю всем приятного просмотра, дорогие друзья. Вот, начало, конечно, офигенное, ничего не скажешь. Но человеку помог, уже хорошо, молодец. Сейчас, быстренько. Так, беги. Убегаем, даже сами убегаем. Е-мое. Блин. Ух ты, прикольное граффити. Железо такое офигенное. Класс. Вот, друзья, мы почти к миссии подошли, кстати говоря. Опа, байк, крутяк. Друзья, вам всем желаю приятного просмотра. Если думаю героя поменять, думаю каким-нибудь другим героем поиграть в этой миссии. Да, и так я, в принципе, две миссии этим героем проходил уже. Сейчас, друзья, мы быстро скроемся. Вот тут где-нибудь встанем. Вот тут, наверное. Да, вот так вот. И поменяю себе героя. Это такой джип такой неплохой, друзья. Герой классный, прикольный, но я хочу другим героем поиграть, а? Так, все, мы скрылись. Так, теперь я думаю, какого же с ними героя взять эту миссию, а? Так, у меня столько героев, а кого же взять, а? Кем поиграть? Киллершой. Нет, ну уличный точно не подойдет. Так. Вот обе звери, да? Даже не знаю, кем поиграть на самом деле в этой миссии, а? Так уж, даже вот думаю. Опа, я, наверное, думаю, сыграю в этой миссии шпионка моя, а? Почему бы и нет, а? Да, думаю, в этой миссии подойдет шпионка. Ха-ха. Да, она крутая. Да у меня много дофига крутых агентов, друзья. Реально много. Это Дельсек. Твой выход. Я в пути. Так, в принципе, до миссии надо ехать далеко. У нее даже есть специальная машина своя, так сказать. Личный транспорт, так сказать, у нее крутой. С всякими разными функционалами. Так. Команда. А, тут, в принципе, ехать недалеко. Окей, у меня есть маскировка. У меня есть ракеты. Во, в общем, класс, друзья. Так, отмена. Ой-ой-ой. Сори, не хотел. Я не хотел. Так. Блин. Пятерочку. Пятерку, можно пятерку? Типа пятерка не работает, да? Блин, зараза. Блин, сори. Так, все. Маскировка пока не работает, друзья. Зараза. Смотри, друзья, мы к миссии к вам подошли. Подъехали именно с миссии. Испытания нашего первого микродрона прошли успешно. Он просто милашка. Думаю, назвать его Себастьяном. Пора вломиться в Тайдис. Ого. И стащить у Найджела Касса его новую игрушку. Проект Фемида. Что за название такое? Это из греческой мифологии. Фемида была богиней правосудия. Ну, знаешь, с мечом. Ну да, типично для сучьего Найджела Касса. Видишь, школа — это не просто курс социальной адаптации. Найди план здания, а я определю, где именно работают над проектом Фемида. Окей. Да, друзья, миссия обещает быть прикольной и интересной. Да, друзья, интересно, получится ли у нас указать проект Фемида, ну, чертежи вот этого дрона. Да или нет? Даже не знаю, друзья. Но правда, их миссия реально будет интересная. Так, открываем. Так. Вот дальше. Дальше мы правильно вроде бы идем, да? Ага. Надеюсь, нам хватит дистанции робота. Опа. Опачи. Давай, Димочек, давай. Ух ты, там охранник, да? Мы охранников не боимся, друзья. Ой-ой-ой. Сори, ребята. Извините. Ух ты, у него ключик есть, а? Это сыпь у него ключа. Данные скачать. А, это она. Блин, далеко слишком, зараза. Ладненько, сейчас близко. Можно скачать данные? Опа, скачиваем, друзья, у нее. Ключик мы скачиваем. Загрузка ключа. Ага. Так, загрузка ключа прошла успешно. Молодец, Димон. Так, куда нам дальше идти вообще? Так, найдите проект Фемида в Тайдис. Окей. Так, а где она находится тут? Проект Фемида, где находится-то? Это не то. Так, это мы откроем. Так, ой-ой-ой. Блин, чуть не спалили, а. Так, это у нас, кажется, уже не то место, куда я думаю, да? Что это за место вообще? Это куда? Я что-то заметил. А, типа еще один ход, нифига себе. Тут еще, получается, ход есть, круто. Прикольно, друзья, мне нравится. Так, наша машина находится там, мы находимся тоже там. Так. Ага. Так, пока вырубить нельзя его, жалко, Ваня, сейчас мы кое-что другое сделаем. Тоже нужно для нас. Надеюсь, нас раньше времени не спалит, а?
Ха. Так, получилось. Дальше что там у нас? А, мы открыли дверь, получается. И, опа, нифига себе, как выглядит в фильме, да. Круто, друзья, класс. Так. Где же точно находится этот проект? Я не понимаю немного, а. Я что-то вот не вытупляю, где точно именно находится, а. Так. Куда дальше идти, а? Ну, ползти. А, вон что как. Нет, у нас находится аж там дальше. Понял, вверху, так. Там, наверное, лестница, подожди, блин, не туда. Ваня-ка, а получится ли пойти вообще? Ага, конечно. Если было бы легко, все было бы круто, а? Так, ну я, в принципе, могу их всех повырубать. Так, на самом деле. Сюда, я же киллер. Не-не, хочу использовать свой пистолет. Так, пока не спали у нас. Что это за звук? А, это не убийца. Ага. Окей, окей, наша, как говорится, шпионка идет, друзья. Мы с вами шпионы, друзья, поэтому у нас все получится. Так, дверька должна открыться. Ага, хер тебе, да, дверь откроется. Аж зараза. Так, где что? А, вот, все, понял. Так, это враги? Альбион? Ага, это альбионовская сука. Ага, молодцы. Хер тебе, сука, ты уйдешь, альбиновская мразь. Да, друзья, я прикольную шпионку взял, мне нравится, друзья, она реально офигенная. Так, все, мы взломали, все хорошо, друзья, все пока идет по плану. Так, мы вернули паука нашего. Сим-сим, откройся. Сим-сим, в голову получи. Так. Ага, блин, зараза. Так, отвлечь внимание. Пока... А, так ты у нас кто? Ты у нас особо никто, значит, трогать тебя не будем, да? А, тебя мы просто вырубим. Молодец. Чтобы... Вроде все. Чтобы меньше вякал, придурок. Так, дальше нам куда идти? Так, Сим-Сим, откройся. Опа, патрончики, друзья. Круто. Так, да, друзья, шпионка классная. Так, подожди, я тут был, я понял. А дальше куда пойти, а? Вон там, а как туда попасть? Так, я немного не понимаю. А, все, вот, нашел, друзья. Вот еще куда. Ха-ха, просто был невнимательный, друзья. Все, друзья, я нашел вход. Сейчас мы все сделаем, друзья. Мы с вами супергерои. Мы спасаем мир. Спасаем Лондон. Красавчик. Молодец, Дима. Поищи что-нибудь с названием Фемида. Окей. Так, хорошо. Ну, если бы я прятал секретный и морально сомнительный проект типа Фемиды, я бы спрятал его в хранилище на нижнем уровне. Но нужны серьезные навыки взлома. Ух ты. В так. Помещении, где идет работа над проектом Фемида, можно попасть на лифте. Но он заблокирован. Для обхода защиты нужен доступ к терминалу. Понадобится бот-паук. Спасибо, Бэгли. Спасибо. Бот-паук у меня есть. Вы отчет по Фемиде, мэм? Да. Я видела его еще до того, как назначила тебя на этот проект. Я прекрасно знаю, что там. Но взгляните на этические аспекты. О, Фемида круто, друзья. Класс выглядит Фемида. Эти законы больше не действуют. В каком мире ты живешь? В городе чрезвычайное положение. Нет. Фемида — это куда страшнее. Это дамоклов меч, готовый обрушиться на голову любого. Слушай, или ты работаешь... Или остаешься без работы. Выбирай. Вот чё как. А, да. Точно, нам же нужен этот... Нам же нужен бот-паук, а. Точно, нам же сговорили, а. Сейчас. Все будет. Давай, паук, давай. Я тебе верю. Сегодняшней миссии нас... А, во время боя нельзя, да? Так, сука, ты доставучая, да? Неугомонная херня. Ща, мы тебе быстренько... Ага, окей, все. Так, пушку убираем. Так, контроль. А, во время... А какого фига? А, мы еще не всех вырубили. Ладненько, друзья. Давай, сучка. Ой, прости. Ха-ха-ха. Как я эту сучку, а? Все, не бойся. Мы же не совсем убийцы, а. Мы же не хладнокровные убийцы, чтобы налево и направо всех убивать, а. Так, во время боя. Так, какого фига? Блин, давай завершайся бой, а. Ах, зараза,
И кто еще остался? Вроде бы всех вырубили. Да блин, серьезно. Я-ка подальше отойду. Немного похожу. Когда бой закончится? А, походу, скорее всего, пока тут чё-то жопа не угомонится. Пока не вырубли ее. О, нифига не работает, да? Да что ж такое-то, а? Вы достали, когда же закончится эта тревога гребаная? И сколько, кто еще остался? А, вон. Все, нашел. Так, где этот придурок? Или дура? Так, ты нам не нужен. Так, это на верхнем уровне, если я не ошибаюсь. Ой, сори. Пушка классная, но пока не нужна. Друзья, что-то здесь заколебали меня уже. Получите доступ к хранилищу. Это я уже понял, что надо получить. Но проблема в том, что я не могу получить доступ из-за того, что тревога. А, вот, все, нашел виновника преступления. Есть. Так, а теперь можно? Все, всех убил. Да сколько там еще у вас осталось? Запарили вы уже меня. Не, серьезно, я всех вырубил? Или нет? Да ты че, блин? Сколько можно? Ну, серьезно. Ваня, почему мне надо все свалить, что ли? Ладно, сваливаю. Ну-ка. Нихера, да? Тоже нихера. Ух, ёб твою мать. Наконец-таки, друзья, все. Фух, так, все получилось, друзья. Теперь можно делать контроль. И контроль. И наконец-таки есть. Аллилуйя, друзья. Аллилуйя. Так, все, доступ разрешен. Бот-паук, спасибо тебе. Огромное спасибо. Сейчас, друзья, быстренько мы с вами. Оп-оп. Так, красавчики. Бота-паука забираем. И идем, друзья, с вами вниз. В утробе. В утробе зверя. Все-таки ты не зря на эту миссию взял шпионку, а? Она классно подошла. Офигенно. Так, а, дальше идем, да, я думаю, типа все, финал. Чтобы обойти систему охраны, используй Себастьяна и остальных микродронов. Но сперва нужно преодолеть эффектное лазерное заграждение. Тебе понадобится бот-паук и крепкие нервы. Окей. Спасибо, Бегли. У меня есть свой паук. Спасибо. Я учту это. Тебе нужен бот-паук и крепкие нервы, а? Ну, Бегли, ну дает, а? Ну, зараза, так. О, можно послушать аудиозапись, а? Почему бы и нет? У нас непростая работа. Непростая, но важная. Мы потратили сотни часов на сбор информации, но все равно не смогли учесть всего. Вы скажете, мы делаем, что можем. Да, но этого мало. Плохо звучит. Но даже мы не идеальны. Да, это им понравится. Скромность любят. Мы совершаем ошибки. Это в природе человека. Но ошибки недопустимы. Мы последний оплот жителей города. Проект Фемида несет правосудие и защищает. Он использует данные, чтобы предотвратить преступления и насилие. Он позволит исправить недостатки человеческой природы. Пойдет. Конечно, будут вопросы, допустим, крайние меры. Несмотря на все опасения, это нужно Лондону. Ух, ё-моё, друзья, тут мне реально понадобятся жесткие, а? Пипец, мне сейчас после глаза немного обдолбливается. Фух. Так, тут у нас дальше так идет. Спасибо. Ой-ой-ой, чуть не попался, друзья. Немножечко. Ага, я понял, так быстро, а? Я понял, она очень быстро делается, друзья. Очень... Даже! Посторонних просим освободить помещение. А, вот что как, а. Запустите микродрона. Окей, все, запускаю. Фух, блин, на, пипец, думаю, сейчас попадусь, друзья. Вот что надо было сделать с самого начала, друзья, тупанул немного, а. Балбеса. Ну даю я. Блин, запустите микродрона. Опять серьезно, заново? А дальше что? Эй, серьезно туда? Ну серьезно, блин, а. Бля, опять дубль 22. Задолбанная миссия. Вторжение. Ваня-ка, подожди немного. Пускай эта херня. Да серьезно.
какая же заупа делать эта миссия, а? Я просто, друзья, немного себя плохо чувствую, походу приболел, поэтому это глаза немного обтрубливаются у меня уже, блин, глаза это плохо вижу, а. Реально, друзья, записываю миссию ради вас, но чувствую себя, честно, не ахти, я вот правда говорю. Так, о, может даже так можно сделать, а? Ага. Типа нельзя, да? А, нужно по любой стороне попасть, а? Жалко. Ой-ой-ой, паука, только ты паука оставил. Паука. Так, ладненько, взлом. Паучок. Ага. На тебя вся одна одежда. Так. Ага. Ух. Так, это у нас очень быстро проходит. Я твою рождение, ну заколебало. Начата полная блокировка. Блин, друзья, просто правда сейчас. Не знаю, почему танковый стрим делал, получается, второй танковый стрим, блин. Я уже хреново себя чувствовал. А потом вообще, ух, блин. Сейчас вот вообще дерьмо чувствую. А, вообще, это жопа, друзья. Блин, это на самом деле не так трудно, а. Когда у тебя, друзья, глаза хиачатся, знаете, вот ты плохо видишь эти лазеры, то да, друзья, это очень жопа. У меня такая фигня у меня происходит, а. Так, это я понял, друзья, я вдублю, как что делать. Так, нет. Она очень быстро проходит, поэтому надо будет прыгать, а. Блин, а, надо как-то еще момент поймать, а. Секунды, буквально секунды, друзья, не хватает. Фух, видите, она очень быстро поднимается и опускается, поэтому хрен его, а. Момент. Блин, а, ну зараза. Фух, блин, друзья, когда вы себя плохо чувствуете и это, ну, да, приболели, так сказать, лучше не играйте миссия. Лучше как я будете тупить, а. А я туплю здесь жестко, капец как, а. Просто реально жестко. Угу. Начата полная блокировка. Да ты иди нафиг, заколебали уже. Вот паук, прости меня, пожалуйста, здесь я, простите меня, пожалуйста, что я так туплю, ну просто реально. Я не давлю здесь на жалость и такое, но просто правда чувствую себя сейчас не ахти, и поэтому вот такая вот фигня получается. Ты так быстро поднимаешься. Да, задолбал уже. Что у меня щит еще есть? Позвольте. Прыжок, да? Я же типа прокачивал его. Или нет? Задолбало. Это очень быстро ходит такая фигня. Это на... Блин, ну серьезно, пару секунд, а. Да твою мать, слишком рано это делать, друзья. О боже. Я не думал, что такая миссия будет долбанная. Фу, блин. Надеюсь, 19-я миссия мне станет лучше. Я так не буду тупить, а. Не знаю, где я мог это приболеть, блин. Ну, где я мог все это сделать. Дома сидел, вроде бы, играл и пипец. А. Да, сука, ну какого... Кажется, что на самом деле, то есть это легко, все легко сделать, а просто правда, жопа. Это не трудно сделать на самом деле все. Зато тут лазер гребаный, он очень быстро поднимается. Вот паук может. Да! Начата полная блокировка. Блин, а. Я не думал, что столько будет тупить-то такая долго. Это ж капец какой-то. Блин, а. Ах, блин, а. Ну, очень быстро делается. Посторонних просим.
Ну, почти прошел. Нас серьезно как-то заколебывает, а. Фу, блин, друзья, это пипец. Миссия реально интересная, но, блин, а. Я, наверное, пока, если будет завтра хуже себя чувствовать, блин, я пока приступарну за писями, блин, Watchdog, а. Реально. Нафиг. Какими темпами, это пипец, а. Ай-яй. Так. Надеюсь, вы понимаете меня. Потому что вы офигенный, классный, друзья, учащий со всеми моими подружками, друзья. Поэтому да, я думаю, вы меня прекрасно понимаете. Так, давай, Вазер, пошел сваливать сюда. Фух, друзья, надеюсь, получилось. Аллилуйя, аллилуйя, Дима, у тебя получилось. Спустя 100 лет, Дима, ну ты его чисто его сваливаешь. Тебя и твоих друзей к этому готовили. Уничтожьте для папочки систему безопасности. Ага, сейчас. Ух ты, вау. Нихера себе, что за дрон. Нихера. Что ж, отправим микродронов в первый полет. Вот это я понимаю. Будет круто. Да вообще класс, друзья. Охереть. Ух ты. Так, лазер, подожди. Я не так немного сделал. Долго возишься. Почему просто не прострелить дверь? Я тебе что, ковбой? Дай мне минуту. Подожди, дверь прострелите. Каким образом? Рука. Что же он умеет, да, он, а? Вверх, вниз, лазер. Лазер, так. Вот что как, блин, я просто, друзья, был невнимательный, извините за все, как говорится, простуда, друзья, как говорится. Сами понимаете, когда человек болеет, он всегда немного подтупливает, друзья, поэтому это можно пора списать, а. Так, ага, теперь я все понял. Просто, друзья, правда, глаза расплываются, не заметил, что эти штуки делать, а. Капец, ну, Дима, ты даешь, а. Так, ух, тут вентиляция, ёшкин, да. Лучше пониже держаться, а. Ой-ой, только дрон сейчас не сломать бы, а. Блин, а. Ёшкин, да, ну, Дима, как ты так даёшь, а? Дрона почти сломала. Спал беса. Так, да. Теперь просто, друзья, ух. Все так близко, кажется мне. На самом деле далеко, но близко. Почему? Потому что, ну, ух, жопа. Всем откройся. Типа вариант либо такой, да? Ага. Да ну ё-моё, а. Зараза, блин, а. Сейчас, друзья, ну ладно, не время оплакивать павших. Знакомьтесь, Себастьян. Еще один из наших бесчисленных микросоюзников. И каждый из них Себастьян. Идеальное имя для идеальных дронов. Да, Бэглис, ты полностью согласен. Друзья, сори, извините меня. Ну, пипец, а. Как же так можно позориться, блин? Тут же можно с первого раза пройти миссию, а я, блин, плохуешь такая. Просто правда, друзья, глаза вот расплываются, реально. Блин, жопа, надеюсь. Ах, зараза, мне станет получше к 19-й миссии Watch Dog, а. И хотя бы к выходу этого... Блин, киберпанка, а. Это, конечно, должно стать, а. Я еще, друзья, на работу выхожу, понимаете, с такой фигнёй, а. Это жопа, друзья. Вроде дома сидел, не знаю, где я мог понимать это все. После, капец, сначала начало голову болеть, а. Вообще, на каком стриме, на второй части, а. А потом, получается, начало, блин, в общем, пипец, глаза вот это вот херачится. Слабость появилась, пипец, а. Жопа полнейшая, друзья. Жопа. Себастьян номер два. Ой-ой-ой, нихера себе. Там так жарко. А куда ты идти? Я что, не топаешь пошел, а? Что там так жарко, я не пойму вообще. Ух, ебать, тут жарко, капец, друзья. Я не думал, что так. Я понял, что там жарко очень, понимаю, прекрасно, система нагревается, все такое. Но я не думал, что так жестко-то, а. Так, тут вентиляция еще может меня захерачить, а. Ой, жопа.
Ладненько, друзья. Тут пипец какая вентиляция. Дальше-то куда? Сюда, что ли? Не-не-не-не. Мы тут сейчас с вами в компе находимся. Я думаю, что так меня жестко дует, а? А вот что как, друзья. Охереть, я в ахере. Я не думал, что мы в компе находимся. Ну, как-то подумал, потом, ну, пипец, в общем, друзья. Да. Я отупел временно. Временно, друзья, отупел. Так. Так, дальше куда нам? Интересно, это жестко дует, а? Реально жестко. Ой-ой-ой. Немножко аккуратненько, аккуратненько. Дима, давай. Вот оно, безверие. Да, теперь я понял, почему миссия так называется. Вот оно, безверие. Ну, правда, друзья, вот оно, безверие. Так, только немного я не туда походу. А, я все правильно лечу. Так, давай. Давай, мой наш микродрон. Я верю в тебя. Все будет хорошо. Надеюсь. Так, давай, тим-тим. Блин, то есть наши главные, получается, герои в миссии. Это у нас дроны, друзья. Сначала был бот-паук, а теперь вот микродрон. Ух, это что у нас такое? Это что такое, реально? Ой, так, сим. Эй, а типа так нельзя, да? Ну, ладно. Ух, блин, давай. Во, прекрасно. Ух, там жарко, капец. Сейчас, друзья, спускай-то. Сейчас я. Подожду немного, а. Тут капец как жарко, друзья, видите, да? Очень жарко. Ой, там капец какой там жар, друзья. Аж сгореть нафиг можно, а. Охереть, дальше куда? Охереть, да охереть, тут жарко, блин, а. Блин, а. Заново, что ли, а? То есть, ну, хотя бы не так далеко, друзья. Ужас, а. Обесточили электросеть. Так, капец, друзья, как же тут все-таки нелегко, блин. Не, на самом деле, ну, ладно, друзья, легко. Просто в моем состоянии, друзья, это нелегко. Потому что глаза раскрываются, я вижу не особо хорошо. Вы понимаете, когда люди болеют, вы что думаете, друзья, понимаете, что человек плохо это, так сказать, все воспринимает, реагирует на все. Хреново. В смысле, я имею в виду, чувствует себя фигово и видит хреново тоже. Так, эта батарея остыла. Ну, в смысле, это процессор, походу, а. Очень жестко он нагрелся. Есть. Давай. Ух ты. Тут тоже нагревается, да? Ладно, подожди я немного. Фух, капец, друзья. Капец, как же она нагревается. Такой жар, друзья. Это же пипец просто жесткий, а. Уже так понятно. Ух ты. Валим. Быстрее. Ух, успели. Капец, друзья. Ой-ой-ой. Так, пока вроде бы все пойдет. Типа, ух ты, а тут что у нас? А тут у нас вентиляция, да? Ну да, тут надо аккуратненько пройти, там еще и ток. Ладненько. Друзья, пока так. Ай-яй-яй-яй-яй. Да что ж такое-то, а? Да ну ё-моё, а! Ох, это какое же это все-таки задобка. Блин, ну серьезно, опять заново. Друзья, это просто позор, а. Ну честное слово. Не суйте меня столько, друзья, это чистый позор, а. Надеюсь, в 19 миссии, друзья, я буду нормально играть, не буду тупить, а. Не буду вот так вот дебилить, а. Фу, хватит Дима ныть. Ну, привалил, что теперь ныть, а. Потом начал миссию выполнять, а, таким. Что, давай, хватит ныть, а. Смотри, расклеился, блин. Ты говоришь, другим не ныть, а сам был ноешь сейчас, а. Не позорься, Дима, а. Ага, окей, летим. Ой-ой-ой. Тут у нас капец как жарко, друзья. Да, я сам уже в ахере. Сам здесь сижу, потею, блин, пипец. Чем сейчас уже в ахере? Вот недавно 6 метров попила.
Так, ну тихо. Пыва, лучше снизу тогда. Так вот здесь надо было с самого начала делать, а? Так, а теперь у нас что? Ага, вентиляция стала слабее. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, дрончик, давай. Я в тебя верю, малыш. Верю. Мои друзья тоже в тебя верят. Спасибо вам всем за поддержку. Не забывайте поставить лайки и подписаться на канал. Так вы поможете развитию моего канала, друзья. Ваши лайками, комментариями, подпиской. Так, вентиляция. Ага, она ослабела. А, она хера ослабела, да? Так. Так, ты будешь ослабевать или как? Серьезно, ослабеешь ты? Сейчас выстрелю в тебя. Ты серьезно, сучка. Так, слабее будешь становиться, а? Ну блин, зараза. Вот отсюда его может реально вот идут. Во. Ай, почти. Сейчас, друзья. Надо же слабее стать. Да что ж такое, сучка. Ладненько. Так не получается, друзья. Может так получится. А, вот чука. Тут надо вот так вот, друзья, мутить, а. Ну, Дима, ну ты даешь, а. Хотя бы поздно мозги включила. Уже радует. У нас жар получается, да? Давай, Димон. Ух, там, наверное, капец как жарко, друзья. Отсюда яркость видно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ух ты, ёшка. Вот они, ядра. Уничтожь их, Себастьян. И умоляю, будь осторожен. Окей, Бэгли. Я маленький Себастьян, все умею, а. Так, все, вроде бы я все сделал, да? Да. Ух, пати, друзья. Капец, а. Ну не повод события, а. Миссия на самом деле будет недолго, а. Просто я долго возился с ней, а. Вау. Папа так тобой гордится, Себастьян. А, да. Теперь ты сможешь получить доступ к проекту Фемида. Сейчас Найджелу станет херово. Ты ему капец как бабанет, а, Найджела. Ай, друзья, молодцы мы, красавчики, друзья. Ваша поддержка, друзья, у меня все получается. Спасибо вам за ваши классные комментарии и подписки на мой канал. Спасибо, друзья. Вы охеренные, друзья. Только я вот сейчас не охеренный, потому что чувствую себя как выжатый лимон. Лондон. Некогда оплот цивилизованности, сейчас стал рассадником беззакония. Совершенно очевидно, что человечество не справляется. К счастью, есть решение. Вот оно. Проект Фемида. Альбион нашел способ использовать существующую систему «Цена жизни», которая занимается сбором биометрических и личных данных в разработке новых автономных дронов. Эти дроны будут опознавать, изолировать и устранять угрозу задолго до ее появления. Для них нет преград. Они видят все. Они могут уничтожить врага в пустом переулке или в толпе с одинаковой точностью. Дроны Фемиды сделают то, что было не под силу людям. Они действуют мгновенно и эффективно. Охренеть, так и знал! Алгоритм ценной жизни, мой алгоритм! Надо было его удалить, когда я уходил. Ты это о чем, Хэмиш? Знаешь, как работает Фемида? Нет! Черт! Да. Несколько лет назад мы создали алгоритм ценной жизни для миротворческой системы КАСА. Так он ее называл. Определяет уязвимых граждан, но не для устранения. Ух ты, черт!
Значит, в теории, Фемиду можно запрограммировать на цель с любыми параметрами. Да. Именно так Касс и мыслит. Он гений, но с извращенной моралью. Нужно положить этому конец. Я знаю как. Удалим данные ценности жизни, и с Фемидой покончено. Господи. Ладно. Так, смотрите файл проекта Фемида. Окей, окей, почему бы и нет. Да, Найджел Касс, друзья, жестко бомбанет. Он будет вне себя от ярости, когда мы это узнает об этом, друзья. Это будет все пипец. Сделано. Церемонию награждения предлагаю перенести. Уходи оттуда. Так вот, без зверя, покиньте область. Да, друзья, миссия, правда, была очень интересная и очень опасная. Так вот, ну, на всякий случай, пистолет, а? Мало ли, пригодится. Так, может, сейчас нас поймают, а? Даже Найджел Касл капец как бомбанет, когда об этом узнает. Он просто будет не в себя от ярости, друзья. Он просто будет метать и рвать все на своем пути. Я больше чем уверен, друзья. Так и будет. Это занятно. Я перехватил аудиосообщение Найджела Касса. Ну-ка, ну-ка, что он говорит? Нет, нет, хватит оправданий. Это мой город, и я не позволю Дедсек разрушить мои планы. Фемида должна была изменить Лондон и весь мир. А эта шайка, да еще и Хэмиш Баладжи, найти всех! Они выставили вас идиотами! Как ни в чем не бывало, зашли в Белую башню, и никто им не помешал. Как же ваши хваленые меры безопасности? Вам есть что сказать в свое оправдание? Нет. Значит, все до одного сотрудники пройдут повторную проверку. Никаких исключений. Им кто-то помог, я уверен. И мы найдем этого кого-то. В этот раз мы достанем их всех. Ну, вот и все. У Кассы еще долго будет гореть жопа. Алгоритма больше нет, и о Фемиде можно забыть. Вы молодцы. Без твоей помощи мы бы не справились, Хэмиш. Когда Найджел Касс снова начнет пакостить, нам, пожалуй, придется снова обратиться к тебе. Я явно не командный игрок, учитывая, как закончился мой роман с Альбионом. Но я буду следить за Кассом. Может, подкину что дельное? А ведь еще есть нулевой день. Помните их? Они просто раздавили Дедсек 1-0. Касс имеет отношение. Так, сейчас, друзья. Так, примерно сколько нам до нашей базы ехать? Недалеко, да? Ну вот. Сейчас телепортируем. До чистки, Багли. И ко взрывам. Так что, Хэмиш, нам пригодится любая помощь. Удачи. Так, друзья, миссия завершена. Так, круто, круто. Класс. Ну-ка, ну-ка. Альбион, глава завершена. Политика, жестокий мир. Вот. Не мне судить, но для первого раза вроде неплохо. Дедсек не завербовал бы тебя, если бы ты не была живучей. Это был комплимент? Не забивай голову. Он гордится нами. Ты умничка. В прошлом приключении детектива Бегли и его временами полезных людей-помощников мы узнали, что технологический магнат-миллиардерша и ловкач, который использует войну себе во благо, наживаются на человеческих страданиях и убивают людей тысячами. Знаю, это пугающее открытие. А теперь о женщине, которая чаще всего попадает под наши подозрения. Мэри Келли может начать продавать рабов в любой момент. А мы тем временем получили зов о помощи. Внезапно, из кофейни. Может, у них Wi-Fi зов, не знаю. Это так важно, Бегли? Да, конечно, все не так просто. Но я подумал, что если не отколоть шутку, ты все пропустишь мимо ушей. Информация о двух новых направлениях у тебя в оптике. Так, спасибо, спасибо, Бегли. Я даже подумаю, какую у нас будет следующую миссию выполнять. Да, друзья, сейчас мы дойдем до нашей базы. Ой-ой-ой, чуть не туда поехал. Блин, Дима чуть не лоханулся. Ой-ой-ой, сори. И не туда поехал, друзья, извините. Так, вон, кстати, мы же получили очки, да? Так, прокачки, технология. Так, теперь контролировать этого дрона. Позволяет управлять турелями, во. Я думаю, это капец как пригодится нам, друзья, в будущем. Так, задание следующее. Какое у нас будет? Так, информатор. Ага. Так, незваные гости. Я думаю, что потом с чего начать. 19-я миссия, я подумаю, какая будет. Либо буду информатор, ну вот, мутить, а. Либо незваные гости. Я пока еще не решил. Но следующая наша цель, друзья,
Мэри Келли, мы ее поимеем. Я вам точно это гарантирую. Так, мы пока временно вывели Найджела Касла из игры, но он даже по-любому вернется. Я больше уверен, что он нам никто не простит и по-любому что-то жесткое устроит. Так и будет, а? Ну пока, друзья, мы вывели его из игры, сори-сори. Поэтому, друзья, все пока хорошо. Сейчас, друзья, на штаб приеду и завершу мою миссию под названием «Утробе зверя», когда приеду в штаб. Ой-ой-ой, чуть не проехал. Да, моя шпионочка, ты крутая. Так, по-моему, я даже немного не туда поехала. А, нет, вот, там вход есть, а. Все нормально. О, тачка крутая, ух ты. Тачка реально неплохая стоит, а. Вау. Так, сейчас. Так, это успешное, как говорится, завершение миссии, друзья, можно и выпить, а. Здесь пьют за вас и ваших близких. Во. А, кайф. Так. Угу. Так, поговорите со свидетелем о похищении. Если потом, это поможет потом. Тебе взбодриться, вперед, не стесняйся. Спасибо, спасибо, Бегли. По тебе видно, что ты хочешь сражаться за Лондон. Да ну нахер, ты из Дэдсек. Ладно, может, хоть вы поможете. Я тут здорово встрял. Так-так, рассказывай, я слушаю. Альбион принял мою подругу. У нее нет документов. Ее хотят депортировать. Так уж случилось, что нам не впервой вызволять людей из лап Альбиона. Мы все сделаем. Как у вас все просто. А что будет в следующий раз, когда Альбион решит ее проверить? Не, нужен паспорт. Топовая биометрическая подделка. Такими торгует клан Келли. Ладно, посмотрим, что можно сделать. Спасибо. Поможете мне? Я для вас все сделаю. В долгу не останусь. Так, спасибо, спасибо, но что-то я нечаянно нажал, друзья, не туда. Так. Подожди, что ночью умеет, а? Ух ты! Судебный репортер. Тоже пригодится. Клан Келли регулярно перевозит фальшивые паспорта по городу. Их можно найти в одной из их машин. Я также обнаружил базу Альбиона, где удерживают нашего нелегала. Ясно. Так, спасибо, спасибо, но уже потом. Потом, так, завербуйте Лоутара Союзу. Так, уклоните транспорт. Ладно, понял, понял. Так, это мы сделаем, друзья, потом выполним с вами. Это у нас будет, типа, ну, дополнительная миссия к основной, к 19-й миссии. А пока, друзья, сегодня уже хватит, а? Так нормально поиграли, а? Учитывая, как я уховался, то есть это позор, а? Друзья, 18-я миссия под названием «Утробе зверя» завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья, не болейте, не скучайте и берегите своих близких. Это самое главное, друзья. Вот. Сейчас быстро с ней поговорю и завершу мою миссию. Здравствуй. Привет, детка. Знаешь, я все думаю о Скай и ее экспериментах. Угу. Как можно убивать людей и продавать их разумы? Убить собственную мать? Хуже того, эти бедняги еще в каком-то смысле там, внутри. Все ее ИИ — беспомощные пленники, не мертвые и не живые. И даже смерть им не светит. Они заперты в аду навсегда. Да. Прямо мороз по коже. Это точно. Случись со мной такое, завещаю пустить мне пулю в голову. То есть в хард. Да, это полная жопа, друзья. Так, все, сейчас мы быстро как-нибудь замутим. Думаю, тут, друзья, мы встанем. И если я вам скажу, что мой главный, друзья. Вот, это. Всем пока-пока. Скоро, друзья, мы с вами увидимся. Если мне станет получше, я запишу в следующий день сразу же 19-ю миссию. И продолжу дальше, друзья, эту проходить прикольненькую игрушку. И будем играть за мою классную шпионку. В следующей миссии я поиграю другим уже героем. Именно 20-й миссии. Покедова, друзья. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось. We'll be right back.